Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня хочу вам видео сделать такое, то есть как работать в Одноклассниках. Людей мы приглашаем вот через вот этот поисковик. Или вот здесь, да, где найти новых друзей. А мы приглашаем, в группы заходим. Вот, ищем группы такие, допустим, как интернет-магазины. Мамочки, да, там памперсы и так далее. Давайте, допустим, зайдем в такую группу. Мамочки. Групп много, да, очень высветилось. Ну, и любой из них, допустим. Так, эта группа у нас закрытая. Вот открытая группа, участники, да, то есть видим 12884 человека. Нажимаем сюда, вот, и видим, да, то есть желтеньким кто светится на сайте, да, то есть это получается, что человек сидит с компьютера. Вот. Если же синеньким, то есть получается, что человек находится с телефона зашел. Вот, естественно, да, вот таких синеньких, которые светятся, мы их не приглашаем, да, то есть, ну, вдруг у них, допустим, возможности, да, нету работать с компьютера, вот, с телефона, ну, работать, конечно, не получится, вот, и поэтому, да, то есть мы приглашаем такие, которые желтые светятся у нас. 10 человек мы приглашаем с одного сайта. Ищем, да, то есть кто на сайте. 10. Нажимаем добавить, друзья, и обязательно кнопочку сохранить. Нажимаем. Все, закрыли, да? А вот такие закрытые профили, то есть мы таких людей не приглашаем. Только у кого открытый профиль. То есть побыстро, да, очень. Интернет, тем более, если хороший у вас. Так, тоже закрытый профиль. Так, уже двоих мы не добавили. Так, сохранить. Добавить, сохранить. Так, двоих мы, да, не добавили. Значит, еще двоих я ищу. Потому что профили у меня были закрыты. Добавить, сохранить. И открытый профиль у нас тоже добавить, сохранить. Вот, да, то есть, смотрите, получается 10 человек обработали, да, то есть за какую-то минуту. Вот. Закрываем, да, допустим, под хроники, да, то есть видим, у меня их 37, то есть это получается 37 страничек в Одноклассниках. Заходим на следующий под хроник. В принципе, то же самое делаем. В группы заходим. И обрабатываем, да. В принципе, то же самое. Группы. Допустим, интернет-магазин. Интернет-магазин. Тоже, да, то есть, видимо, куча, да, высвечивается. Очень-очень много, поэтому в любой заходите, открываете, можете вступать в эту группу. Закрытая группа. Допустим, вот это такое.
46 тысяч участников, да, нажимаем, можем сначала, да, то есть начинать приглашать, можем прям пролистать вниз, да, потому что вот эти верхние у нас уже как бы все заезжены, и, допустим, можем где-нибудь тут в середине. Кнопочки она открывали, чтобы на каждого нам человека не щелкать. И точно так же делаем добавить и сохранить. Все. Потом, да, вот здесь в оповещениях мы уже смотрим, кто принял, да, дружбу. Вот. Ну, давайте, допустим, так, сейчас я доработаю тогда странички быстренько. И покажу, что я отправляю людям, которые ко мне добавились, друзья, которые не добавились, которые просто зашли на страничку на мою. Да, вот 9 человек мы добавили. Так, вот смотрите. Оповещение. Так. Вот видим. Так. Добавим сюда. Удалим вот это вот лишнее. Нам не нужно. Играть нам некогда, да, сидеть. Так, вот трое, да, видим, добавились. Я их также открываю во вкладочках, да, новых. Вот они у меня. Либо можно текстом, да, отправлять. У нас есть такой шаблончик заготовленный. Но мне больше нравится, то есть у меня есть вот такие фотографии, да, заготовленные, картиночки. Вот, я нажимаю сообщение, и они у меня на рабочем столе. Почему я делаю не во весь, да, экран, и не делаю вот так, да, что искать вот эти фотографии. Я делаю вот так, они у меня на рабочем столе. То есть вот так вот быстренько я переместила, да, и уже фотографии здесь. То есть это быстро очень. А сидеть, искать эту фотографию, это долго. Вот смотрите, вот такую фотографию. Здравствуйте, я благодарна вам, что вы добавили меня в друзья. У меня к вам 4 предложения, да, то есть я перечисляю вот эти предложения в конце. Вам это интересно? И там уже, да, то есть видно, да, будет, если человек заинтересуется, вот, то... естественно, да, будем работать с этим человеком дальше. Вот. Либо вот такую фотографию отправляю. Здравствуйте, спасибо за дружбу. У меня к вам 4 предложения от компании Faberlic. И так далее, да, тоже перечисляю, что это за предложение. В конце вам это интересно, обязательно, да, то есть вопросом заканчиваю. Вот, либо вот такую, да, можно отправлять. Здравствуйте, требуются сотрудники по продвижению бренда Faberlic в сети интернет. Вся работа ведется в социальных сетях, свободный график, доход высокий, все официально, занятость от 3 часов в день и так далее, да, то есть вот, вот такую фотографию. Это кто в друзья добавился ко мне. Так, вот еще одна добавилась девочка, это которая я сейчас, да, предлагала дружбу, ну и отправила такую фотографию. Вот, дальше. Так, ребят, смотрите, да, вот это мы удаляем. Все. А теперь в гости, да, кто к нам зашел. Вот, допустим, Татьяна, да, зашла. Я ее тоже открываю, Надежда, то есть. Так, вот еще у нас Татьяна. Так, Людмила. Надежда. Так, у нас тут. Так, Лариса. Так,
смотрите, этим людям я уже отправляю совершенно другие сообщения. Ну, допустим, точно так же, да, перемещаю фотографию вот сюда. Ага, кто-то ответил. Так, и у меня вот такая фотография. То есть, смотрите, здесь уже текст другой, да? Здравствуйте, рада видеть у себя на страничке, да? То есть, получается, человек, он ко мне не добавился, а просто в гости, да, зашел. И люди уже интересуются, спрашивают, да, то есть, бывает. Так, спасибо, но, пожалуй, откажусь. У нас есть еще вот такая фотография. Сейчас посмотрю на момент. Да, то есть спасибо за ответ. Если вдруг передумаете, буду рада выслать вам все подробности о работе. Да, то есть можно еще вот такую фотографию отправить. Сейчас я на рабочий стол сделаю. Вот так удобнее. И вот так вот ее отправляю. Вот. То есть, ребят, да, смотрите, после того, вот как вы разослали все вот эти сообщения, да, то есть все. Вот. Потом вы видите, да, допустим, что сообщение, допустим, прочитано. Вот, написано, да, прочитано вчера. И я отправляю вот такую фотографию следующую. Хотя это можно делать через минут там 10-15, да, то есть если сообщение прочитано, то знаешь, человек его просмотрел. И я отправляю вот такую фотографию. Вы посмотрели информацию, вам понравилось условие работы, пробуем. Ну, там уже, да, человек тоже пишет, если либо да, либо нет, спасибо. Ну, тогда уже мы этого человека не достаем. Вот. Ну, вот, в принципе, вот так вот. А эти люди, да, то есть они в гости ко мне зашли, я им отправляю такие фотографии. То есть это очень быстро, да. Хоп, переместили, да, все, написали, тоже, да, переместили, отправили. И вот так вот. То есть это времени, в принципе, на это уходит немного. Так, это мы отправляли этому человеку. И вот так вот, последнее, да, у нас. Все. Через какое-то время мы им отправим, да, вот такую фотографию. И вот так. В принципе, это очень быстро. Все, всем спасибо.